соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и с целью определения взаимодействия в части оказания медицинской помощи ковидным больным, в Абхазию прибыла делегация Минздрава России. В ее составе помощник министра Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Инна Вязовская и старший врач Сочинской горбольницы Евгений Филимонов. Рабочая встреча началась в Гудаутской ЦРБ, которая на данный момент является госпиталем для больных COVID-19 в республике. Гости ознакомились с деятельностью отделений реанимации и интенсивной терапии, обсудили вопросы санитарно-эпидемиологического режима, маршрутизации, постели инфекционный блок больницы, красную зону, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В конце текущей недели специалисты приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который будет запущен в эксплуатацию во второй половине августа. Вопрос и цели визита, они заключаются в том, чтобы определить наши взаимодействия в части оказания медицинской помощи ковидным больным. Будет издан приказ, соответствующий по Краснодарскому краю, по маршрутизации пациентов. Причем речь идет не только о туристах и отдыхающих, которые будут пребывать в Республику Абхазия, и в случае их заболевания, естественно, они будут все направляться в инфекционную больницу города Сочи, но и наших пациентов, которые будут нуждаться в случае необходимости лечения вот в их специализированном учреждении. Особое внимание российские медики уделили работе Сухумской станции скорой помощи и столичной детской поликлиники. После осмотра медучреждений в Минздраве состоялось совещание, на котором подвели итоги встречи. Представители Минздрава России еще раз высоко оценили организацию работы в Гудаутском госпитале для больных COVID-19 и особо подчеркнули свою готовность оказать жителям Абхазии всестороннюю помощь. Мы договорились о том, что Министерство здравоохранения России буквально в ближайшее время определит группу врачей и всего персонала, который будет направлен на работу в Республику Абхазия в ковидный центр города Гудауты. В соответствии с нашими договоренностями по нашему обращению официальному, правительство Российской Федерации сможет оказать нам помощь в части лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских расходных материалов, ну и так далее. В ходе встречи мы нашли полное взаимопонимание. И я думаю, что вот в таком активном режиме взаимодействия, оперативного взаимодействия, мы будем решать все вопросы. На встрече поднимались и другие вопросы двустороннего сотрудничества.